Москва-24, прямая трансляция. Представьтесь, пожалуйста. Реутов Денис, я технический специалист компании «Видеодоска». Мы представляем программно-аппаратный комплекс для проведения видеоуроков, записи курсов, всего, что, в общем, связано с видеопродакшеном, с видеоконтентом. Вау, здорово. Можете для наших зрителей продемонстрировать? В данный момент у нас запущен софт для работы с дополненной реальностью. То есть мы работаем на доске сенсорной, а зритель видит конечную картинку, как мы вот и видим ее на мониторах. Мы можем переходить между слайдов, взаимодействовать в браузере с любыми элементами. Сайт нашей компании. Можем рисовать в прямом эфире все, что угодно, писать. А можно я что-нибудь порисую? А можно я Москву-24 напишу? Давай, как? Выберу какой-нибудь цвет для вас. Давайте. Просто одним пальцем просто рисуете, так. Пишите, ориентируясь на боковые зеркально? Мониторы. Нет, нет, мой цвет выберу. Вот. Мо. С. К. Ва. Ой, а прикольно, мне нравится. Когда в школах такие появятся? В школах уже появились, то есть видеостудии установлены уже более чем в 200 регионах России, в 200 локациях в России. Это черный. Да, о, белый. 24. Ну что, друзья, о, прям флаг России, все цвета мы использовали. Здорово. И что вы сегодня ждете от форума? Ну, мы надеемся увеличить охват аудитории, то есть, которая знает о нашем продукте, как минимум. А, вот, может быть, зарубежные партнеры к нам уже подходили, интересовались продуктом, мы уже договорились. Из каких стран? Буркина-Фасо, насколько мне известно, Индия. Пока вот Буркина-Фасо, Индия. Куда они планируют устанавливать такое оборудование? Насколько я понял, в учебные заведения тоже. Коллега из Индии был, по-моему, от школ каких-то, а вот из Буркина-Фасо делегация, они были директорами какой-то учебной тоже сети, там на 1500, ну, школ, насколько я понял. Вот. Ну, расскажите, пожалуйста, сложно вообще выйти на экспорт? У нас налажен экспорт в ближнее зарубежье, стабильный. С этим проблем не было. Вот с экспортом все-таки прям далеко, наверное, будут небольшие накладки по стоимости, то есть потому что логистика будет стоить довольно дорого вот, для, ну, при отправке в Африку. Приходится как-то корректировать цены? Придется? Ну, приходится, да, договариваться, то есть не всех устроит цена с учетом логистики. Вот. Но будем искать решение, будем придумывать что-то. Здорово, мы вам желаем успехов. Спасибо. Тогда. Вот, друзья, ну что, я в восторге. Вот, надеюсь, что, может быть, и у нас на телевидении когда-нибудь такая вот доска появится, и мы будем в прямом эфире тоже писать на ней. Да. Вот. По-моему, уже где-то они есть. Есть? И берут в аренду, например, для съемок фильмов. Вот, у нас есть и такие опции. То есть, ну, можно взять ее в аренду, либо можно записаться на одной из наших студий в Москве. У нас есть студия на Цветном бульваре в Марьино. Здорово. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну что, хорошего дня тогда я вам желаю.